Барнаульская студентка Кристина Конева каждые выходные отправляется в гости к друзьям. В Новосибирскую область, в Черепаново. Автобусы предпочитает пригородные поезда. А с лета этого года девушка особенно полюбила электрички. Билеты покупает с 20% выгодой через современные цифровые сервисы, систему быстрых платежей. Я езжу до Черепанова, трачу на билет 164 рубля. Со скидкой, получается, мне возвращается 32 рубля. Для меня, как для студента, это очень ощутимо. И я могу в случае таких нескольких поездок накопить еще на одну. При оплате проезда через СБП часть денежных средств возвращается на счет. Акция позволяет экономить до 40 рублей за поездку. Перед оплатой нужно заранее зарегистрироваться в программе лояльности на сайте приветмир.ру или в приложении «Привет». Приобрести билет можно в пригородных кассах на вокзале и из любой точки города через приложение «Алтай-Пригород», у кондуктора с переносным терминалом в самой электричке, в автоматах на станции или в приложении «РЖД пассажирам». Через оплату через систему быстрых платежей пассажир получает бонус в виде кэшбэка на его счет, карту, возврат до 20%, то есть возврат происходит практически мгновенно, ну, максимум в течение дня. Если даже человек каждый день совершает какие-то поездки, то практически за несколько поездок он каждую, можно сказать, пятую поездку едет бесплатно. Оплата через систему быстрых платежей стала очень востребованной и популярной у пассажиров пригородных электропоездов. С начала действия акции жители регионов, где действует наше предложение, смогли сэкономить на проезде уже более 15,5 миллионов рублей. Напомню, что кэшбэк будет приходить до конца года. Экономить до 40 рублей от стоимости каждой поездки очень легко. Главное – выбирать способ оплаты СБП. Экономить на проезде могут жители 5 сибирских регионов – Кузбасса, Алтайского и Красноярского края, Новосибирской и Омской областей. Бонусом за поездки можно воспользоваться до конца этого года, вплоть до 31 декабря. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком.